Да, у нас всегда одинаковая установка, вне зависимости, выигрываем мы или проигрываем. Играть свою игру, показывать свой хоккей, ни в коем случае не откатываться. Мы пытаемся играть по своей системе активно, как мы это умеем, как мы это любим. Просто было, может быть, со стороны показалось там, что легко там зашли голы там, и по счету, в принципе. Это все равно матчи плей-офф, и в любом случае приходилось бороться, сражаться, там, блокировать броски. Ну, вот, ну и здорово, удачно сработали, там где-то у них вратарь не подтащил. Ну и поэтому забили хорошие голы и выиграли. Несмотря на результат здесь, ну, не стоит обольщаться, да, там. Конечного результата на сегодня не достигнуто, поэтому... Продолжаем серию.